Интересно о сложном. В субботу в Новосибирске стартует научный фестиваль. Для пытливых умов организуют сразу 30 интерактивных площадок. Государственной научно-технической библиотеки гостей ждут научные задания и выставки. Робототехника, астрофизика, химия. Для выпускников школ вуза Новосибирска подготовили экскурсии в мир профессий. Им расскажут о достижениях исследователей в области виртуальной реальности, ботаники и даже разрешат провести опыты с мирным атомом. Лекции и квесты проведут в университетах, научных организациях Новосибирска и Доме ученых Академгородка. С учетом того, что юбилейный год и юбилей СОРАН и фестиваля, мы проводим ряд мероприятий, связанных с проведением викторин и конкурсов по знанию истории региона, развитию научного, науки и так далее. То есть все, что касается вот темы, связанные с развитием науки.